меня был абистархоз, тоже геноцир очень такой тяжелый, ну как бы, когда я с утра не мог встать. То есть тоже только приборами, это тоже очень тяжелое отклонение такое. Но он, то есть я траванулся, ну где-то отравился, и после этого он обострил, очень сильно обострился, что я с утра просто, ну в общем, 20 дней я лечился, только ну, с дома даже не выходил, только приборами. Это тоже очень тяжелое заболевание, которое лично было у меня, поэтому я знаю, что такое эпистаркоз. Я у меня тоже диагностирован был, и я на день 4 только смог. Ну, попасть к врачу на диагностику, у меня было диагностировано обострение эпистаркоза в острой стадии, ну, обострение эпистаркоза. Вот. То есть это мой личный результат. В каком органе? Что? В каком органе? Я уже не помню, какого органе. Вот. Но сам факт, что это очень тяжелое заболевание, после которого люди, те, что попадают в больницу, там их на капельнице, это с концами. Попадает. Поэтому это лично мой результат. По эпистаркозу я знаю это отлично, что это такое. Только в этом приборе есть. Да, есть очень много.